Привет, бумажный, меня зовут Влада 4, и это Emoji Challenge! Ой. Кто-то, наверное, сейчас подумал. Влад, ты серьезно? Ты сейчас 5 минут будешь кривляться на камеру, пародируя эмоджи, потом скажешь подписаться на мой канал и поставить лайк? Хрен ты угадал. Я могу кривляться и без эмоджи. Раньше я снимал только развлекательные видео, пытался вас как-то веселить, смешить, и никогда вам не рассказывал о себе. Я не рассказывал, что мне нравится, я не рассказывал, какой я по характеру, что вообще у меня творится в башке. И так как эмоджи сейчас очень актуальны, они нам и помогут немножко лучше познакомиться. И суть этого челленджа заключается в том, что я выбрал 5 эмоджи, которые максимально характеризуют меня. И в этом видео я расскажу, почему именно эти эмоджи я выбрал, и объясню почему. Первый эмоджи — это эмоция. И это... ба-бам! Это смеющийся до слез смайлик. Я стал замечать, что в своих видео я очень мало смеюсь, но в реальной жизни все по-другому. Я обожаю смех, я обожаю все, что связано со смехом. Я обожаю улыбки, я обожаю смешить, я обожаю, когда меня смешат. Меня очень легко рассмешить. И если мы с тобой когда-нибудь встретимся, то я тебе 100% говорю, что мы с тобой посмеемся. Поэтому первый эмоджи, который характеризует меня, это... он! Как смешно! Следующий эмоджи — это просто на 100% я. Это... да, это он. Портфель. Серьезно, ребята, я не знаю. Я не знаю, как человек может выйти куда-то просто с деньгами, с ключами и телефоном. Я без портфеля вообще никуда не могу выйти. Он уже у меня как орган. Он просто все время на мне, он все время со мной. Кстати, где он? А, он вообще вот тут лежит. Вот скажите, как вы можете выйти без какого-то пакетика, без кошелька с документами, без... палочек для суши. Без ручки. Почему она розовая? Зонтика, зонтик, и ты туда же. Каких-то визиток, карточек. Без паспорта. Без еще одного паспорта. Серьезно, у меня почему-то 2 паспорта. Дальше я выбрал кофе. С кофе начинается каждое мое утро. Нет, нельзя сказать то, что я уже зависим от кофе. Просто это вошло в привычку. Его легко заваривать. Оно бодрит. Оно помогает собраться с мыслями утром. В общем, кофе — это мой выбор. И, кстати, сегодняшнее утро было не исключение. Дальше я выбрал сигарету. И знаете что? Я ненавижу сигареты. Я очень резко негативно отношусь к курению. Я прям так, знаете, резко. Я реально ненавижу курение. Это, наверное, самая идиотская привычка, которой может пристрастить себя человек. Курение — это действительно ужасно. Я, наверное, даже считаю курящих людей глупыми людьми. И стараюсь их немного избегать. Эй, привет! Привет. Как у тебя дела? Спасибо, отлично. Слушай, а у тебя вот не будет зажигалки подкурить? Эй, ты где? Да, и возможно, я когда-то был связан с курением, и знаете, мне стыдно за эти моменты, и я себя по-настоящему ненавижу за это. И следующий эмоджи, который я выбрал, это футбольный мяч. Почему футбольный мяч? Ну, я люблю активный образ жизни, я люблю двигаться, я люблю играть, я люблю беззаботную жизнь. И если бы не нужно было работать, трудиться, чтобы жить в достатке, то я бы с радостью прожил всю жизнь, просто развлекаясь, веселяясь, общаясь. Я серьезно, я очень боюсь взрослой жизни. И вот то, что я сейчас делаю, это пока, наверное, единственное, чем бы я хотел заниматься по-настоящему в этой жизни. Вот и все, вы теперь знаете немножко больше обо мне, и, надеюсь, вам понравилось. Ну а так как это челлендж, я имею полное право его передать. И передаю этот челлендж троим моим друзьям-видеоблогерам. Это Влад Лилюк, Ян Рейзен и Андрей Тимофеев. У вас, ребята, есть 7 дней, ровно неделя, или вы будете вот этим эмоджи. И, конечно же, тебе, если у тебя есть канал, если ты снимаешь видео, бери этот челлендж, снимай видео, рассказывай о себе своим подписчикам. Конечно же, скидывай мне это видео, я обязательно его посмотрю, я прокомментирую его. Ну и, конечно же, тебе, если у тебя есть мечта начать снимать, и ты не знаешь с чего, пожалуйста, возьми этот челлендж, сними видео, расскажи о себе, эмоджики тебе помогут. Тоже скидывай мне, я обязательно посмотрю. Ну а с вами был я, меня зовут Влада 4. Подписывайтесь на канал, становитесь бумажными, ставьте лайк, и все. Не грустите, я вас всех люблю.